Я где-то слышала, что если сделать вот так, то лицо сильно изменится. Прям вот, прям сильно вообще, прям вот сильно. Давайте попробуем. Сплошные губы. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, это нечто страшненькое. Так, не, как, где я? Где я? Спасите, помогите! Бля, шабуха! Чё-то какая-то фигня с глазками, по-моему. Ладно, посмотрим. Может, вернуть обратно губки? Тик, блядь, теперь с носом какая-то фигня. Да что ж такое-то? Да, опасная штука. Надо... Которая вообще раздвоение личности. Что ж такое-то? У меня две. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Раздвоение. Понеслась. Раздвигуй меня, раздвоила. Ну все, веселый хомячок. Думаю, в оригинал я сейчас могу вернуться или нет? 3D веселый хомячок. Ну вот, грустная собачка. Мне так грустно, я болею. Мне так грустно, пригрустно. О, ты что ж такое-то, боже мой, мега глаз. Да, что-то меня как-то веселит это все. Мега зуб, мега нос, но мега глаз. Че вы сказали? Че вы сказали? Сколько стоит эта штука? Твою мать. Страшно, да. Я ворчливая тетенька. У меня такая знакомая одна есть. Что вы сказали? Вы уверены? Да, мне кажется, я похожа на Елену Степаненко. Я Елена Степаненко. Ха-ха-ха-хи-хи-хи. Чем это смеши? Хоть улыбайся, хоть не улыбайся. Вдруг какая-то грустная. Вот мне кажется, такая старость я буду. Такая ворчливая, противная. О, слава богу, наконец-то я. Я так обрадовалась. Никогда так не делайте. Лицо потом очень болит. Очень, очень болит. Пока.